Привет всем, прошу на мою кухню. На сегодня я хочу показать такой один рецепт. Очень обалденный, простой, делается очень элементарно, очень вкусно получается. Немножко, конечно, нужно времени, чтобы подождать, пока замаринуется. Но это корейская капуста. То есть обалденная, вкусная, изумительная. Конечно, это не оригинальный рецепт. Это рецепт, по которому я готовлю, по которому я привык готовить с детства. Очень вкусно, просто подается на стол ко всему, к картошке, к мясу и к чему угодно. Получается остренько, остроту вы можете делать на свой вкус, чуть сильнее, чуть больше, чеснока чуть больше, чуть меньше. Ну, я начинаю готовить, а вы смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки. Поехали! Так, ну что нам понадобится для нашей офигенной корейской капусты? Ну, это, соответственно, сама капуста, острый перец стручковый, чеснок, морковка, яблоко, немного помидоров. Много болгарского перца я вот взял два, хотя одного вполне достаточно. Но это не важно. Ну, естественно, тазик, где солить и вода. Сначала разрезаем нашу капусту на 4 части. Так. Все, уберем, чтобы ничего не мешало. Вот она у нас запакованная такая продается. Но фоне зачем-то. Начинаем ее резать. Просто на 4 части. Рецепт, конечно, не оригинальный. Это я делаю так, как я умею, как меня научили с детства. То есть получается все равно обалденно вкусно, может кто-то там скажет. Может того добавить, нужно всего. Я делаю укроп, петрушку, ну и какая зелень попадется. Но сейчас нам нужно сделать рассол. То есть мы берем на 2 литра воды, 3 столовых ложки соли с горкой. То есть вполне достаточно. Все хорошо перемешиваем, чтобы соль растворилась. Кипятить ее не надо, это не обязательно. Вода здесь хорошая, поэтому дальше мы берем каждый наш кусочек. Так, я думаю, не очень хорошо видно. Вот так. Берем соль. И вот так отодвигая, немного просаливаем каждый лист. Потому что рассол не везде попадет, а так, чтобы оно у нас просолилось хорошо. Не надо слишком много, ну нормально так подсаливать. Чтобы оно все просолилось и внутри, и снаружи. И так с каждым куском. Так, ну вот мы просолили все эти куски. И дальше заливаем нашим рассолом. Замешиваем, чтобы соль все перемешалась. И полностью заливаем, чтобы были закрыты. Если не хватит немножко воды, можно немножко добавить. Так. Все, добавляем воды. Тесно накрываем тарелком. И ставим гнет на земле. То есть, чтобы вся у нас капуста была погружена. Okay.
Вот такой гнет из этой кастрюли. И убираем в холодильник буквально на 2-3 часа. Я уберу на балкон. Сегодня прохладно, поэтому, в принципе, будет стоять на балконе. Засаливаться. Ну а пока приготовим мариновочный рассол. То есть у меня тут это небольшой миксер, поэтому я буду добавлять всего по чуть-чуть сюда. Ну что, вместе-то то и будем перемешивать, а потом смешаем все вместе. То есть добавляем все это. Нашу всю зелень, чеснок, острый перец. Зелень тоже можете добавлять по вкусу, какая вам нравится. Морковки. Хотя может все и месяца. Сейчас посмотрим. Чистим наш перец. Соответственно, острый перец. Острого перца добавляйте столько, сколько вам нравится. Как вы хотите, слишком острую или слабенькую сделать ее. Так, это уже много. Сейчас все перемешаем, потом что не вошло, замешаем еще отдельно. Даже уже, по-моему, этого много. Хочу закинуть сюда один помидор, чтобы оно было чуть пожиже и лучше перемололось. Ну а все остальное уже во вторую засунем яблоко, остатки перца. Не влазят эти помидоры. Сейчас помельче. Так, и нашим блендером все перемешиваем. Так, все выкладываем в отдельную тарелку. Тоже перемололось, если которые крупные части остались, то, соответственно, их это оставляем пока, потому что будем еще вместе сейчас. Ну, а то, что уже перемололось, то все убираем. Ну, вот у нас есть крупные части тут остались. Они остаются для следующего замеса. Дальше докладываем все, что осталось. Еще один помидорчик. Порежем поменьше, чтобы все вместилось. Одно яблочко.
Так, сейчас я чуть перемешаю, потом опять добавим. И что главное забыл, это лимон. Немножко лимона надо. Чуть не забыл. Не повар, а разгильдяй. То есть такое бывает. Так. Естественно, без кожуры. Ну, совсем чуть-чуть. Вот такой кусочек лимона. Так, ну вот наш маринад готов. Капуста тоже должна засолиться 2-3 часа. Ну, за это время у нас есть время убрать кухню, все привести в порядок. И потом будем дальше продолжать. Так, ну вот наша капуста засолилась. Она такая мягенькая стала, вообще прекрасная. Я слил воду. Немножко ее прополоснул от соли. И начинаем дальше натирать ее. То есть берем нашу начинку, которая уже была сделана, и натираем. Втираем полностью, то есть в каждый лист. Это действительно натирание, это самое такое, что нужно сделать хорошо. То есть я буду делать в этой чашке, в которой я ее оставлю мариноваться. И прямо открываем каждый лист и натираем хорошо сюда. Чтобы оно у нас промариновалось, просолилось. Не как оно у нас просоленное, вот чтобы промариновалось как следует. Так, не стесняясь, каждый листик. Чуть будет больше, это не страшно, лишь бы не меньше. И вот этот у нас листик большой, поэтому ее вот так чуть сминаем и загибаем в этот последний листик. Ну и также с остальными кусками. Каждый листик отодвигаем и натираем туда. То, что у нас останется лишнее, мы просто туда добавим сверху. Так, опять сворачиваем. Прижимаемся сюда. Ну, последний у нас остался. Тоже между каждым листиком. В принципе, готовится недолго. Все общее время занято, ну, я не знаю, минут 20. Сначала режем, засаливаем. Ну, остается пока солиться, да, там часа 2. Ну, а потом просто промазываем. При том, что я готовлю всегда свежую, я не делаю там 20 килограмм. Я делаю свежую, один качан, один-два качана, смотря, если праздник большой или что. Ну и не все любят острое, так скажем. Поэтому много тоже не делаю. И поэтому всегда свежее.
Ну, затратил 20 минут, зато такая вкуснотища. Так, вот как раз столько, сколько ей нужно было. Ни больше, ни меньше. В этот раз угадал. Обычно больше получается рассола. Ну, мариновочного вот этого рассола. Так. И дальше. Вот эти остатки капусты мы тоже убираем сюда. Они просолятся. Остатки от рассола тоже убираем сюда. От нашего. Ставим, естественно, все это под пресс. То есть тарелка большая, возьмем чуть поменьше. Под пресс. И убираем. Нет, тоже большевато. Берем поменьше. И убираем на 3 дня в холодильник. 2-3 дня она, в принципе, уже засолится. Да, в принципе, уже и завтра можно будет есть. Я оставляю дня на 2-3, налью еще воду, поставлю чашечку, и будет под прессом мариноваться наша капусточка, корейская капуста. То есть вещь обалденная, вкусная. Мы будем пробовать через пару дней. Ну вот такая замечательная капустка у нас получилась, корейская. Обалденная, вкусная, сочная, острая. Просто вообще изумительная. Ну а кому понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки. Ну и удачи вам. Пока.